Чезаре Батисти, в прошлом активист леворадикальной подпольной организации «Вооруженные пролетарии за коммунизм», приговоренный в Италии к пожизненному заключению, а ныне известный автор детективных романов, был взят под стражу в Бразилии, но затем отпущен. Тем не менее, ему по-прежнему угрожает экстрадиция из страны. В 2010 году Бразилия предоставила Батисти убежище, а в 2013 Верховный суд подтвердил его статус беженца. Однако прокуратура настояла, что такое решение противоречит закону, запрещающему предоставлять вид на жительство тому, кто был признан виновным в совершении тяжкого преступления за рубежом. Батисти был осужден в Италии за убийство 4 человек в 70-х годах, но бежал из тюрьмы и, прежде чем перебраться в Бразилию, скрывался от итальянского правосудия в Мексике и Франции.